Специальное показное занятие с выходом на полигон – одна из форм работы, закрепленная планом подготовки соединения. Для каждого очередного такого мероприятия разрабатывается специальный маршрут и карта. Работают группы разрозненно. Задача каждой – максимально быстро и качественно выполнить приказ. Это поиск незаконного вооруженного формирования по всему, скажем так, по всей нашей местности, зоне ответственности нашего подразделения. Вот. При его обнаружении, блокировании и уничтожении различными способами. Проведение показных занятий традиционно разделяется на несколько этапов. Для командиров и солдат организуются комплексные теоретические занятия по вопросам идеологической работы. Проходит проверка техники и вооружения. А вот практические навыки проверяются внезапностью. На готовность несколько секунд. В напряженных буднях воздушно-десантные войска успешно совершенствуют навыки решения специальных задач в интересах обеспечения военной безопасности государства. Именно поэтому отработке каждого такого элемента уделяется особое внимание. Самая главная цель ставится – это выработка единых взглядов и понимания у командиров подразделения, управления воинских частей на методику подготовки и проведения данных учений. Вот. Для войск целью ставится самое главное – это повысить полевую выучку личного состава. Специальное показное учение – это хорошая возможность помочь молодым офицерам найти подход к реализации учебного процесса в рамках соединения. Работа в этом направлении будет продолжена. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».